приказ у нас есть. Вот приказ. Вот, я смотрю, впереди. Перед сменой. Шесть человек уже. Шесть человек, я же сегодня утром смотрел. Столовая, пособная хозяйство. Ну, как? Не могу сказать, вот 100 человек. Пособная хозяйство первое. Как вывели там? Девять еще. Как там еще 9 оказались? Как принимали дежурство? Вывели в 5 утра. Как принимали дежурство? 6 человек. Он спознает 6 человек. Рапорт есть какой-то на ней? На основании чего они? Рапорта. Ну-ка, рапорта сейчас нету, да? Yeah. Вот, а что у нас рапорт? Потом 9. Первую смену. Вот еще 9. А на основании чего это вообще? Рапорт? Решаем. Нет, вот смотрите, вот принимает начальник управления решение, да? Вот, подписанный начальник, разрешает. У вас выведено еще, снимаете вот этих людей? Вот этих людей, те, которые в рапорте, снимайте. Сейчас снимайте. Юрий Яковлевич. Понял. В этот рапорт потом, если чувствуете... 6 человек у нас должно остаться. Согласно этого рапорта. Да. И по смене, а остальных снимают. Также, как бы это... Там Павел Николаевич есть. Сейчас с ним снимать. Автомобили, которые у вас туда заезжают, да? Как получается? Ну, сотрудники там. Лично. Кто такой? Он 12. Ладно, журнал недостатков, дайте мне. Сипач, пока вписывайте. Да. Посетил объект. Недостатки указаны в книге. Игорь Мичанин, да. 12:30 было, да. Новый наш. Игорь Мичанин тоже был? Да. Сегодня первый, все у нас. Так, это откуда? Столовая. Столовая. Да, оставлю. Так, что у нас осталось? ШИЗО. Еще, да, нет. ШИЗО сейчас. Сорок третий, 42-го. На обратном пути из промзоны пойдешь, зайди в ШИЗО, журнал посещений. Дежурную часть занеси. Все. С чистого листа, да? Так точно. Новая жизнь. Сергей Владимирович! Дойди, пожалуйста, до ШИЗО, журнал посещения сюда. 43-й, 42-му. Отбой по журналу, не надо в ШИЗО. Исполнение, а кому вообще исполнять? Вот я вот смотрю.
Ну, это Сергей Владимирович потом отписывает исполнителю. А где здесь отписывает исполнителю? Где здесь справка? Вот в этой графе сроки исполнения. Ну, здесь старого журнала нет? В отделе безопасности. Все забрали. Должность, фамилия, содержание замечаний, предложения, исполнитель, сроки, принятые меры. Ну, немножко тут так, как-то неграмотно. Дежурный Крамарин, слушай. 42-й, прошу, мобил я потом. Ну, пускай ожидает, пока сейчас нет никого. Сорок третий, 42-му. На связи. На обратном пути дойди, на второй пост досмотр сделать надо. Принял. Так, значит, осужденный отряда номер 11, как фамилия? Алексей Николаевич. Ну, который раздет еще? Нет, который не бритый. Сейчас, секунду. На ухо кто? Баландеры. Баландеры, да. Осужденный Орешкин и осужденный Борисов. Так, мы первый зашли в КАЗ. Значит, так, ШИЗО. ШИЗО 4, да?